Ирина Яровая опровергла информацию о якобы незаконной покупке квартиры в элитном доме в Москве. В прессе появились сообщения, что в 2006-м Яровая купила квартиру дочери за 36 миллионов рублей. При этом свой официальный годовой доход политик в то время оценивала всего в 1,5 миллиона. Вот комментарий Яровой из утреннего эфира «Радио Вести ФМ». Как вы себе вообще представляете, чтобы вот человек, который сам последовательно отстаивает позицию и равенство всех перед законом, и неукоснительного требования исполнения закона, пошел на то, чтобы нарушать закон? Да никогда. 2006 год, как вы понимаете, я житель Камчатки, никакого отношения к федеральной политике вообще не имела. Мой ребенок уезжал учиться в Москву, это обычная житейская ситуация. Я вам могу совершенно честно и открыто сказать, как это указано в договоре, конечно, что квартира стоила на тот момент 500 тысяч. Ну, не рублей, конечно. У меня муж предприниматель, очень успешный был. Я работала, как вы понимаете. Нам скрывать-то нечего. Доходы абсолютно законные.